Состоялась одна из ключевых игр второго круга. Встречались команды, занимающие верхние строчки турнирной таблицы «Заря» и УГПИ «Копиленд». Игра носила обоюдоострый характер. Уже в первом тайме несколько раз Виктор Яковец мог открыть счет, но «Копиленд» удачно отбивался. Однако первый гол матча забил Алексей Афоничкин. 1-0 в пользу УГПИ. Массовые замены в составе «Зари» не принесли положительных результатов. Победный счет 1-0 УГПИ сохранил до конца встречи, заработав 3 очка и сместив «Зарю» на второе место турнирной таблицы. Тем не менее, до конца чемпионата города еще много матчей, и ситуация может измениться. Очень тяжелая игра была. Забил наш легионер Афоничкин Алексей. Игра была, в принципе, равная. Чуть-чуть где-то повезло нам больше. Также был сыгран матч между командами 5+ и Мостовик 93. Победу одержал более опытный 5+. Финальный счет матча 3-1. Благодаря этой победе команда также заработала 3 очка и закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы.